Константиновки. Мы приехали вас поддержать здесь. Мы тоже проводим Евромайданы. И мы считаем, что мы одна большая часть общего движения. Вот. И самое главное, вот я считаю, мое личное мнение, что здесь у нас совсем другая... Совсем другой должен быть подход, чем, например, в других областях. Давайте искать компромиссы, давайте стараться объединять людей. Я считаю, что мы не... Ну, посмотрите, вот нас обвиняют, что вы там идете за непонятными лидерами. Мы тоже, у нас очень много претензий к нашим лидерам оппозиции, очень много претензий. Мы тоже ими очень недовольны. Поэтому сейчас не должна быть речь, что мы идем за лидерами оппозиции. Это неправда. Вокруг этого мы не собираемся объединять людей. Так, то же самое я считаю, что не надо людей, очень многие люди находятся в абсолютном обмане, у них... настроение там или пророссийские, они смотрят только российские каналы или коммунистические, понимаете, им трудно что-то объяснить, поэтому слово Европа для них просто раздражитель. Я вот когда говорят, что вы идете в гей-Европу, я говорю, да, вы знаете, там еще женщин заставляют спать с пингвинами, это страшное дело, вот, и люди не понимают, и они говорят, да, какие сволочи. Так вот, я считаю, что давайте объединяться вокруг другого, давайте объединяться против беспредела, который каждый из нас здесь видит и живет в этом. И который чем дальше, тем больше становится страшным. И сейчас, когда вот избили совершенно невинных людей, вот... Там, на Майдане. Это должно быть у каждого в сердце. Это мы должны запомнить и никогда не прощать. Вот. А тем людям, которые говорят, там вот дураки, чего они туда пошли, там вот и работать надо, им надо объяснить простую вещь. Милиция не имеет избивать права никого. По закону, даже если ты убийца, тебя не имеют права избивать. Они должны тебя задержать, составить протокол и так далее. И если милиция сама нарушает, это взрыв, подрыв всего государства. У нас милиция, прокуратура, суды повсеместно нарушают сами. И они сами уничтожили это государство, в котором мы живем. Посмотрите, наши, вот, нас слушают сейчас милиционеры там и другие. Да, среди них действительно есть нормальные люди. Но посмотрите, чем они занимаются. Они крышуют игровые автоматы. Они крышуют целые заводы по левой водке. Они крышуют огромное количество там левый металл. Все эти пункты приема металла. Это огромная индустрия. У нас карьеры все под ними. У нас ставки. И это перечень этой бабла, этой Ниагары можно продолжать. И сколько мы будем это терпеть? Я считаю, что сейчас нужно объединяться вокруг этого. Давайте жить по законам. Слава Украине!